32-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган набили новые тату. Звездные супруги увековечили важную для них дату. 18 февраля у пары появился четвертый ребенок, долгожданный сын. Правда, с этого момента и семейное счастье оказалось под угрозой. Рэпер настолько бурно отмечал рождение наследника, что в итоге угодил в рехаб. Поклонники наблюдали за стремительным развитием звездной драмы. Семья вернулась из США в Россию, несмотря на то, что супруги планировали провести в США как минимум первые полгода жизни маленького Давида. Пока фолловеры продолжают переживать о происходящем в отношениях влюбленных, они отправились в один тату-салон. Оксана и Джиган сделали тату с датой рождения сына. Музыкант решил не ограничиваться цифрами, а набил еще и имя малыша. Самойлова и ее муж показали в сторис сам процесс появления новых нательных рисунков. Многодетная мама сделала тату на запястье. Звезды до сих пор не делятся совместными фото и видео, хотя и так понятно, что в салоне они находились одновременно. Многодетные родители сделали детям подарок. Теперь во дворе особняка пары появился огромный аквапарк. Мы купили его на теплую погоду, но ее нет, поэтому сейчас будем просто кататься. Кайф! Теперь можно на карантине полгода сидеть, мы подготовились, да и детям будет не скучно дома, рассказала Оксана. Появилось фото доказательства того, что Оксана Самойлова подала на развод. Модель в мини похвасталась трехмесячным сыном. Инстадива показала красавицу-маму в забавном видео.